Экономика образования – вопросы социального обеспечения, темы которой значатся в повестке четырехдневной научной конференции магистров и докторантов по экономике и менеджменту. Организатором главного события в научной жизни страны выступил Азербайджанский государственный экономический университет ЮНЕК. Мероприятие посвятили 880-летию великого азербайджанского поэта Низами Генджеви. Нынешняя конференция отличается от предыдущих целым рядом особенностей. Под руководством президента Ильхама Алиева была восстановлена территориальная целостность страны. Благодарим и склоняем голову перед каждым, кто внес свой вклад в нашу общую победу. Тем самым в регионе были созданы новые реалии, новые перспективы для долгосрочного развития нашего региона. Широкая география участников конференции, начиная от США, России, Китая, заканчивая странами Европы, Центральной и Восточной Азии, свидетельствует о том, что вопросы образования, экономики и социального обеспечения актуальны для всех мест, где живут люди. Если сегодня мы обратимся к макроэкономическим показателям Азербайджана, к их динамике, то увидим, что дается адекватная реакция на происходящие в мире процессы. Поэтому мы еще больше укрепляем интересы национальной экономики на международной арене. Участники конференции отметили, что за годы независимости Азербайджану удалось справиться со многими задачами. Впереди новые перспективы. Эксперты озвучили несколько предложений, которые помогут улучшить качество жизни азербайджанцев. Уверен, что многие вопросы, которые поднимаются в ходе этой международной конференции, учитывая те экономические задачи, которые стоят перед нами по восстановлению освобожденных территорий, исследования наших молодых ученых будут как нельзя кстати. Немаловажно и то, что их труды будут опубликованы в ведущих научных журналах. Учитывая время школьных экзаменов, журналисты также попросили министра образования объяснить им, почему отдельные вопросы не соответствуют школьной программе. Как выпускные, так и вступительные экзамены проводятся со стороны Государственного экзаменационного центра. Все вопросы готовятся в соответствии с подтвержденными в Азербайджане стандартами. Их готовят исключительно в рамках школьной программы. Они есть в печати, все могут ознакомиться с ними. Участники конференции также выразили желание, что следующая международная научная конференция магистров и докторантов по экономике и менеджменту состоится на освобожденных территориях Азербайджана в Карабахе. Отметим, что отобранные научным комитетом за 4 дня конференции доклады ученых-мужей из разных стран будут опубликованы в каталогах ведущих мировых университетов и государственных библиотек. Кайл Мамедова, Фуат Байрамов, Фейруз Рагимов, CBC.